ради таких минут и существуют такие проекты, как Central Asia's Got Talent. Вас действительно Бог поцеловал. Вы очень талантливы. Спасибо вам. Я получил огромное наслаждение. Наконец-то я дождался. Я на этом проекте начала выступать после очень долгой паузы. Из-за этой паузы, конечно, были моменты, которые сказались на моем выступлении. Когда ты долго этим не занимаешься, ты уже теряешь, может, какие-то навыки. Оттуда и волнение. Я очень волнуюсь, потому что песня, она новая. Я раньше никогда ее не исполняла. И самое главное, у меня цель, мне кажется, по достоинству ее спеть. Эта песня очень-очень для меня близка, близка моему сердцу, моей душе. Я живу этим. Каждое выступление для меня это как какой-то отрывок, наверное, жизни. Вот песня начинается, она, конечно, имеет свой какой-то смысл, посыл. Конечно, хочется выиграть, ты для этого, безусловно, идешь на конкурс именно с этой мыслью, с этой целью. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me. Get it louder now. Can you hear echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlight, all the stars received from the night sky will never be enough, never be enough. Айжанна Сувалиева, Кыргызстан. Браво! Спасибо большое. Айжан, кому ты посвящаешь эту песню? В трудные моменты в моей жизни меня спасало только одно. Это моя музыка, мое творчество, мои близкие. И из-за этого я хочу эту песню посвятить моей маме, моему сыну, а также для своего молодого человека. Спасибо. Гульнур, что вы скажете по поводу исполнения?
Я еще раз убеждаюсь, что я не ошиблась, дав тебе золотую кнопку, и ты оправдала мои надежды. Молодец, Айджан. Спасибо, Гулирде. Рахмат. Брике? Да, на самом деле этот бриллиант так прям сегодня еще заиграл. Молодец. Голосуйте за Айджан, я просто хочу сказать, ты прелестна. И у меня будет к вам деловое предложение. Об этом мы узнаем в 16-м эпизоде или в следующем году. Айджан, пару слов твоим поклонникам. Да, дорогие кыргызстанцы, я очень надеюсь на вашу поддержку. Голосуйте. Спасибо большое. Дорогие телезрители, вы и только вы можете осуществить мечту наших гранд-финалистов. И если вы думаете, что Айджан достойна победы прямо сейчас, отправляйте 09 на номер 5021 или голосуйте на официальном сайте проекта centralasiagoodtalent.com. Айджан, удачи!